поставь лайк за 3 секунды или произойдет. Хай! Один подписчик мне предложил гениальную идею – прожить 10 дней с амогусами. Под прошлым роликом 10 дней выживания сразу же я увидел этот комментарий вот этого подписчика и понял, надо сделать такой видос. Кто не знает, Among Us – это игра по типу мафии, где один челик должен не запалиться и убить всех людей в команде. Но его могут запалить как раз, и тогда уж его отправят в космос. Ну, в Among Us, во всяком случае, так. Также в этой игре есть очень много режимов всяких, и предателей может быть до 4 штук. Ну, на момент, когда я играл в Among Us, сейчас я уже давно не играю. Но это не значит, что игра плохая, кстати. По-моему, вообще игра это супер гениальная. Вот эти амонги с попками, это так угарно, вот видосы, когда я видел очень много, это прям вообще супер ржачка. Ну, и вообще, Among Us это почему-то сама по себе вот игра, знаешь, вот задумываешься, и прям ржачная игра. Потрясающая. Создатели просто топовые. Ну, в общем-то, очевидно, что я пришел сейчас за тем, чтобы тебе рассказать, что я буду 10 дней проводить с Among Us'ами в Майнкрафте. Не Java Edition, а Bedrock Edition. И давай-ка мы уже посмотрим, что из этого вообще будет, что получилось. Но перед этим хочу тебе кое-что показать. Among Us. Все, поржали, а теперь начинаем. Among Us, так Among Us. Погнали. Майнкрафт бета. Нажимаем играть, создать, создать игровой мир. И смотрим наборы ресурсов. Хотя нет, сначала лучше мы постараемся под названием. Назовем сид правильно. И потом уже будем наборы ресурсов подключать. Ну, аддоны те самые. Назову-ка я карту Among Us'ик, няшный унитазик. Пусть так будет. Так, режим игры выживания. Все-все-все по стандартику. Ключ для генерации. У меня был лишь один раз сид Among Us'а, и то зомби. То есть обычного сида не было никогда. Ну, в плане обычный Among Us. Был только зомби Among Us. Если что, справа сверху вылезла подсказка. Посмотри обязательно. Классный, довольно-таки сид. Был. Конечно, я удивляюсь, как это я не играл в Minecraft Java Edition в Among Us seed. Что-то я это пропустил. Но когда-нибудь я это исправлю, хотя уже поздновато, по-моему, или нет, не знаю. Seed пишем обычно. Among Us. Ну, как игра называется, так и делаешь. Все, элементарно. Among Us среди нас. Получается, все мы сделали. Остальное мы не врубаем. Но, подожди. Я хочу бонусный сундук, конечно же. Ну, а теперь переходим к набору ресурсов. То есть, нажимаем «Мои наборы». И тут ищем Among Us Texture Pack, Among Us Texture Pack, все, что у меня связано с Among Us. Набора параметров тут тоже должен быть вот такой пак. Все, вроде бы, я все поставил. Among Us княжный унитазик начинает играть. Тун-ту-ту-тун. И генерация пошла. Ничего себе. А что у меня с рукой? Видишь этот квадратик? Естественно, видишь. Странно, да? Опа-на! А я, получается, на этом сиде просто буду амонгом? Офигеть. Потрясающе, просто потрясающе. Но все равно я вижу, как будто у меня два блока тела, а не одно. Что у нас лежит в сундуке? Неплохие такие ресурсы. То есть дерево, топор каменный. Это сразу же дает мне понять, что сид этот обо мне хоть как-то дозаботится. Хотя не, это я сам о себе позаботился. Все-таки врубил этот начальный сундук. А теперь надо оглядеться и посмотреть, где, куда мне выгодно вообще бы пойти. А, так там деревня, только заброшенная. Смотри, я сейчас тут. А теперь я уже в деревне и смотрю на милых котиков, которые здесь бродят постоянно. Ой, какой милый кот. Стой, дай посмотреть на тебя вообще. Офигеть, желтые глаза. Ах ты гадина. Ты что себе позволяешь, малой? По делам там этому зомбаку маленькому, который застрял в паутине. Другого он не заслуживает за такие отношения ко мне. Короче, с хавкой у меня вообще нет проблем, ибо деревня супер буст дала. Ничего мне больше не надо, никаких потребностей. Можно просто отправляться, не знаю, в путешествие получается, да? Смотри, что я заметил. У меня, короче, яблочко над головой висит. Ну, потому что тупо изменена текстура. Да, получается, этому аддон же все-таки. И я как бы не амонг, получается. Это я просто вот с измененной текстуркой на амонга. Блин, вот бы он в руке держал яблоко, было круче бы. Хотя так кажется, как будто это шапочка какая-то. Короче, решил я спуститься в каньон, вот такой вот, небольшой,
И буду здесь добывать себе железо, делать броню. А потом, наверное, я попаду вниз, глубоко в шахту, на пару дней там засяду. Буду добывать себе очень крутые ресурсы. Ну, то есть, надо фулл сет брони, там алмазный, может быть, или что-то типа того. Ну, короче, хочу что-нибудь крутое себе. И как же это странно выглядит, все-таки, как будто реально шапочка какая-то. Особенно, если смотреть сверху. Просто верстак на голове у няшного Амонга. Я Амогус какой-то получается. И если кирку взять, то тоже вот так вот выглядит странно. А если кровать, интересно? А, не, кровать ничего такого особенного нет. Ну, ладно, тогда все, берем, делаем себе печку, наверное, пусть будет. Сразу каменную кирку сходу и... Коптильня мне нужна? Да, конечно, нет. Лучше здесь переплавлять железо, как раз печку использовать. А еды у меня предостаточно, зачем мне реально коптильня? В этом каньоне очень большая концентрация именно железа. Я больше ничего здесь не вижу, ни угля, только железо, 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 везде железо. Не, я нашел уголь, кстати, надо туда забраться, ибо без угля я ничего не смогу переплавить. Сам ты понимаешь это все и так. Я вот сейчас смотрю на небо и понимаю то, что, кажется, уже первый день прошел. Так незаметно? Да я так не успею даже сделать то, что надо. Я даже не знаю, как амонгам попасть. Ё-моё. А как реально попасть? Призывать я их не смогу. Здесь нет того способа, который я в прошлый раз делал. А как я вообще к амонгам попаду, я просто не знаю. Над этим мне надо подзадуматься. А теперь на боковую. Посмотри, как много еще тут железа. Охренеть, просто потрясающее количество. Просто везде железо. Пачка железа в моем кармане. 42 железа целых. Офигеть, как же много. Ты представь, 42 накопал просто с этого каньончика небольшого. Тем более я там еще один стак не докопал. Ну а теперь ждем переплавочки. 15 штук, точнее 16, уже переплавлено. Это замечательно. И прикинь, это уже полдня прошло. Чего? Ну, сделаем железный меч, думаю, нагрудник. О, замечательно. Теперь у меня, короче, корона такая из брони. Интересно, а как на этом амонге будет выглядеть вся броня? Интересно стало. Вот это сейчас реально выглядит как корона какая-то. Так, ладно, давай тогда сделаем сразу штанишки и это... Какой-то прикол просто, посмотри на это чушь. По ножу у него прям на ноги наделись. А, хотя не совсем, смотри, несимметрично как-то. Вообще это очень странно выглядит. Да ладно, мы же не любоваться на себя пришли. Мы будем сейчас просто делать делишки. Ту-ту-ту, в моей руке кирка. Ну а теперь моя любимая. Я хочу эту деревянную кирку пустить в оборот вот этой вот печки. Все, сейчас кирка это расплавится. Я просто буду в шоке. Я просто люблю наблюдать за этим, как кирка все-таки уходит. И очень быстро спускается, так что еще два уголька надо добавить. Кстати, в 1.12.2 версии как будто намного дольше идет этот огонь, чем здесь. Ой, точнее наоборот, я хотел сказать, в Bedrock Edition уголь один расходуется намного дольше, чем в Java Edition. Full set железной брони готов, и теперь я Найсик? Чего? Это дает мне перевоплощение. Чего? А если я сниму что-нибудь? Видишь? Броня-то все равно убого смотрится, то есть штаны не там, где должны быть. Нагрудник вообще мне не по размеру, как будто он где-то меньше, где-то больше меня. Ну и фигня, конечно. Ну ладно, что есть, то есть. Плевать вообще абсолютно на самом-то деле. Ну, как получилось, так и получилось здесь. Ну, одет я так и одет. Че бубнить-то, как говорится? Интересно, палка... Ой, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Быстрее думать, что запихнуть? А, ладно, короче, плевать на эту последнюю железную руду. А теперь выбираемся отсюда. Ту-т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 у. Не захотел я дальше копать, понимаешь? Из-за того, что... Ну, не так глубоко. Я хочу где-нибудь найти шахту, которая меня сразу пустит прям вниз, вниз, вниз. Где-то на 10-ю высоту. Вот такое же возможно вообще вполне. Вообще, как-то мало деревень, мало всего спавнится. Может, мне вообще скрафтить корабль и поплыть куда-нибудь? Ну, если я встречу океан, то я так и сделаю. Просто уплыву на другой какой-нибудь остров. О, темный лес встретил, представляешь? Здесь ведьмы обитают. А рядом с темным лесом, конечно же, еще и болото стоит. О, смотри, пустыньку встретил. Хорош. Слушай, а вот ты шаришь в мелочах Майнкрафта? Просто я хотел задать тебе вопрос просто кое-какой. Ой, подожди, здесь надо покормить вот эту вот засраночку. Так, все, молодец. Пока покушала. А, в общем-то, что за вопрос? В пустынных шахтах больше алмазов и больше всяких ресурсов или все-таки нет в шахтах? То есть, стоит ли в пустыне как раз спускаться в подземелье какое-нибудь? Или это вообще бессмыслица? Ну, то есть, где хочешь, там и спускайся. Я там деревню вижу. А еще вот это хребты безумия реально какие-то. Не, ну просто, знаешь, я так привык, типа, пирамида есть, там алмазы.
Значит, шахта, и там тоже алмазы. Ту деревню я не буду идти. Ой, смотри, какая цитадель просто из льда. Видишь, что-то на экране интересное? Так. Проверка на внимательность. Я тебе сейчас покажу. Повернусь куда надо. Так, подожди. Если ты заметил, то ты батька. Пом-пом-пом-пом. Вот там вот эта штука. Портал. Еще одна проверка на внимательность. Вот ты видишь эту штуку. А теперь увидь кое-что еще. Сейчас не видно на экране, но если я сейчас поднимусь, то ты должен будешь заметить. Тун-ту-ту-тун. Давай. Смотри, вглядывайся в каждый блок. Просто вглядывайся. А теперь раз, два, три. Тун-ту-ту-тун. Та пирамида. Так, что у нас тут за ресурсы? Сверкающий арбуз. Неплохо. Огниво. Неплохо. Золотое яблоко. Так, норм. Золотой шлем. Вот это я бы надел. Обсидиан тоже возьму. Огненный шар не нужен. Блин, самое обидно будет, если я уже проживу там 10 дней, 9 там дней, и ничего не произойдет. Это меня реально пугает. Ну, я просто вообще ничего не вижу, никаких перспектив. Вообще, вот просто ноль. Зеро. Ничего нет. Не, ну давай надеяться на лучшее, что мы встретим кого-нибудь здесь. Может, какой-то амонг реально вот здесь спрятался. Древний амонг, который просто прячется в этой пирамиде. Как думаешь, нормальная такая выдумка? Или же это правда? Это загадка, но мы можем сделать так. Тун-ту-ту-тун. Уничтожаем кнопку. У нас тут куча динамита. Думаю, его тоже забрать. Скрафтил один факел, не пожалел. Надо же все-таки сделать себе. О, алмазы. Ту-ту-ту-ту. Снова кайф. Ну все, я больше не вижу здесь ничего крутого. То есть это мне все не нужно. Вот это вот я, пожалуй, заберу. На всякий случай, может понадобиться. Уэндермен. Ха, давно не виделись, браток. Как ты поживаешь? Ладно, смотреть на тебя не буду, а ты еще грохнешь меня. Так что вот сюда вот, пожалуй, спущусь. Опа, на все, прям идеально водичка встала. Ну и что, спускаемся в шахту тогда, да, получается? Давай попробуем съесть сверкающий арбуз. А, его нельзя съесть. Эндермен, не лезь в глаза, пожалуйста, мне, ты пугаешь. Ну а теперь активируем мод копания под себя. Если что, возьмем еще с собой водичку, чтобы точно не погибнуть. Вот так это делается. Стоп, только эндермену в глаза не смотреть. Эндермен, ты прям хочешь, чтобы я на тебя посмотрел? Иди-ка ты в сраку, братан. А теперь точно копаем, просто как сумасшедший вниз, и ниже, просто далеко, глубоко. Ой, я уже до бедрока докопал, приколись? Так быстро. Опа-на, смотри, засранец, он на меня. А, я посмотрел на него на секунду, и теперь он на меня зол, я так понимаю. Братик, у нас проблемы. Первое золото встретил, его я, конечно же, брать не буду. Алмазики? Оу, да. Сколько их, пожалуйста, здесь побольше мне. Побольше отсыпь мне алмазиков. Ну и, в принципе, все, да? 6 алмазов. Что мы будем делать с таким количеством ресурсов? Алмазный шлем. Алмазный меч, может быть, себе скрафтить. Или что еще можно из алмазов сделать? Это вообще из песка душ. Маяк, тут не нужны алмазы. Стол зачарования, всего 2 алмаза. Вообще пустышка, у меня целых 6. Алмазный нагрудник разве что нельзя сделать. А нафиг он мне нужен? Может, меч сделаем? Пам! У меня еще 4 алмаза. И давай, конечно же, куча сапожки себе сделаем, короче, вот такие вот. О, да. Ой, у меня даже забагало. Смотри, у меня теперь модернизированные сапоги. У меня и железные, и вот эти вот. Просто крутяк. Как и задумывал, теперь делаю себе лодку, получается, и плыву в другие края. Кровать прощай, лодка берись со мной, и теперь идем. Я кроватью себе же проход заградил. Оставлю тут эту кровать, все-таки у меня еще в резерве целая одна штука, достаточно сойдет. Слышь, Эндермен, а что ты тут забыл? Он прям назло на меня смотрит, чтобы я на него как бы глянул. А иди-ка ты в сраку, брателло, я все равно не поведусь. Просто забудь о том, что я существую. Просто забудь. Черепашка, как думаешь, куда мне поплыть? Энники, бенники, ерепареники. А, ладно, какие энники, бенники? Че я вообще думаю? Просто я вот туда хочу, короче. Там очень интересный биомчик. Знаешь, он такой замерзший. Я никогда там не был обычно. Просто, я вообще не пойму, для чего они созданы, типа. Они вообще на что-то влияют в игре? Они просто так, что ли, для красоты? А может мне там заселиться? Вот такие у меня мысли, короче. Тем более я прав и кашил весь день. Потом думаю, подхожу к компу и думаю, а может мне все-таки вот сюда? Ну и, в общем-то, как видишь, я уже сюда плыву. Просто мне кажется, как будто вот эти снега что-то все могут таить. Ну, я, потому что постоянно вот, я когда давным-давно еще играл с модами в Майнкрафт,
даже вот без аддонов, а вот именно моды, кучу модов накачивал именно на данжи всякие. Поэтому я, типа, ну, немножко повернут на этой фигне с всякими данжами. Я прям обожаю эту тему. Всякие страшилки, это все реально вот прям вообще я обожаю. Меня даже страшилки не пугают, потому что я их очень много слушаю. Страшные истории, там все это ДТП. И вот этот коридорчик мне очень нравится, он подозрительный довольно-таки, согласись. И мистика мне вся нравится. А это что такое? Это что такое? Что? Зомби Among Us? Не, подожди, реально? Стоп, мне факел нужен. Господи, какой он няшный! Ты видел? Какой милашка! И он просто тут бродит, типа, ему пофиг. О, золотой шлем. Прикольно. Но он мне не нужен, конечно же. А есть какие-нибудь еще Among Us'ы? Просто я... Стоп, это зомби был? Не, это просто проходик. Окей, окей. Ну ничего, найдем что-нибудь еще, я уверен. Не, ну заметь, раз здесь зомби Among Us появляется, значит, это неспроста. Все-таки здесь что-то да присутствуют, какие-то амонги. То есть они реально есть. Это уже первый признак, это первый звоночек. А может еще каких-то амонгов мне дропните? Просто мне реально интересно стало. Так, я вижу зомби Among Us снова. Или это маленький зомби там? Так, хорошо, что у меня меч хороший. Так, это зомби Among Us сразу видно. Привет. А может паук Among Us сделайте мне, пожалуйста. Очень хочу ведьму Among Us. Блин, так классно. Но знаешь, я тут подумал, все-таки такие холода, надо как-то обустраиваться, не знаю, хоть где-нибудь. Поэтому пойдем-ка мы приляжем, поспим. Это маленький. Ты видишь это? Смотри, какая пузяка маленькая. Ой, тихо. Так, что? Что? Офигеть. Нет, я не верю. Я не верю своим глазам. Это крипер Among Us. Ты своим глазам веришь? Я лично вообще нет. Крипер Among Us. Он вообще шипит? Офигеть! Нет, срочно надо укрываться, короче, это слишком жестко. Все, я на сегодня доволен. Вот спасибо, реально. Все, укрываемся. Главное сейчас укрыться и поспать. О, хорошо, повезло. Ну, в общем-то, я попробую сейчас крипера Among Us убить. Только не взрывайся, окей? Не, все-таки к нему вообще подходить не стоит. Мне это очень понравилось, кстати. О, смотри, зомби Among Us, они неразумные, я так вижу. То есть они не прячутся никуда, им вообще пофиг. Где-то во льдах я хочу построить свой личный дом. Полярные медвежоночки маленькие, смотри. Пусечки. Прям я, знаешь, хочу в глубину куда-то войти, вот прям здесь. Вот здесь я и буду теперь проживать свои холодные денечки. Вот тут комната большая получится. Окна будут вот такие. Прикольно, да? Хотя, блин, слишком много видно. Не, мне дом не нравится. Ай, ладно, пофиг, буду в каком-то немножко вонючем домике жить, да и пофиг. Главное, что у меня будет хотя бы свое жилье, это прям самое важное. Интересно, если печь топить, то что будет? Сейчас чем-то надо... Во. Будет ли плавиться здесь вокруг все? Блин, потрясающий домишко, просто я счастлив. У меня даже железная дверь, представляешь? А теперь как я войду? Стоп, а как? Ничего, True Life Hacker подскажет, как что делать. Просто берем и крафтим себе плиты. Можно прямо из дерева сделать и готово. Так, я сделаю решетки, короче, себе, пусть будут. Вот так вот поставим решеточки. О, это тюрьма моя, это я в тюрьме. Я тут подумал, все-таки лучше сделать так. Вставим дверь, здесь кнопку. Входить будем по кнопке, а выходить уже плитой. Нормально же, да? В этой комнате будет переправа на ту сторону. Как-нибудь через очень долгий проход. Во, вот здесь нормально. А здесь прямо у выхода второго запасного в ту сторону будет вот такой вот фонтанчик здесь стоять. И просто, чтобы я наслаждался его красотой. Эх, потрясающе тут жить на самом-то деле. Да, просто класс. Необычный видок. Все круто, рядом небольшие такие островки тоже. Может, туда еще можно сходить? Где я еще не был? О, кстати, придумал, еще можно это, вышку сделать себе здесь. Построил вот такую вот антенну над зданием, чтобы было видно издалека. Прикинь, а ведь это уже 5-й день получается. И кроватку я поставил, и все организовал, и дом у меня есть. 5 дней. Конечно же, еще надо здесь табличку поставить. Вот так вот. Дом Найсика. Не приближаться. А здесь я напишу обязательно. Надо
постучаться перед входом, если чё. Ну вот такие письма, а теперь идем спать. Ох, шестой день, пора изучать карту. Просто мне кажется, что в этих краях что-то да может быть. Шестой день, как-никак, хоть что-то, кроме вот тех... Блин, а надо было ночью остаться и посмотреть на всех амонгов. Может, я еще бы кого нашел? Ну ладно, давай займемся приключеньками просто. Ту-ту-ту-ту-ту. Что же у нас тут интересного? Смотри, прям идеально тоже место для дома. Вот прям специально вот сделан проход, чтобы ты туда пошел и начал копать себе хатку. Здесь очередная красивая арка, можно сказать. Такая, такой туннель маленький. А, так это я назад вернулся. Вот даже шлем лежит. А вот мой дом, кстати, издалека сразу же видно, приколись. Значит, там мы везде побывали, осталось исследовать только ту территорию. Можно даже через дом пройти, как раз воспользоваться своим вторым выходом. Так, сюда и выходим. Кто здесь есть? Хоть что-нибудь интересное есть? О, туннель. Еще один. Но около моего дома здесь полярные медведи. О, спокойно, ты чё? Ты добрый? За что? Что я сделал-то вам? Офигеть, злые! Идите вы сраку! Не повезло. Просто так меня отпинали сейчас. Ой, не хочу я с вами, короче, дружить. Наверное, это из-за того, что я их морковью подразнил. Я постоянно голодаю, и меня преследуют медведи. Как они достали? Что ж вам надо? Там я все обследовал вроде бы. Вот здесь я еще, возможно, что-то не обследовал. Много мест таких подозрительных просто. О, смотри, довольно-таки интересное местечко. Медведь, ты добрый? Может, не смотреть на тебя просто надо? А может, надо правой кнопкой мышки и дать тебе кушать? Нет. Может, я того, может, случайно ударил, и он у меня зол? Ой, да ну вас не понять, полярные медведи, идите-ка вы, знаете куда. Да ладно, сидите тут, просто хватит за мной бегать. От моего дома вот справа, получается, где-то вот тут тоже, возможно, подозрительное место, если, конечно, я назад не вернулся. Блин. А я вернулся. Так, то есть вот тот проход, вот здесь я вроде бы не обследовал. Тоже, возможно, что-то да есть. Хотя, какой есть? Ничего вообще на этом сиде нет. Только мой дом и все. Никакой цивилизации тут нет. Вообще ничего интересного. А это что такое? Слышь? Это ОМОН. Воу! Спокойно, я добрый! Ай! За что? Подожди! Крюмейт Варден? А за что он меня убил? Он же крюмейт. Нифига себе! Я теперь обычный ОМОН. Может, это из-за того, что я не типа них? Ну, то есть, не похож на него. Не похож был. То есть, я, потому что в одежде как-то видел. А я был Найсиком. Не вот этим Найсиком. Сейчас-то я вот как раз Among Us. А вот тогда был не Among Us, не Crewmate. Получается, от дома справа, да? То есть, как раз надо идти в ту сторону, и вон там вот он находится, этот Варден. Не, ну это на самом деле неожиданно. Типа, а что ты тут делаешь? Вопрос вот единственный. Ну реально, что ты тут забыл, дядь? Я что-то сделал, может? Он меня, короче, снова вырубил с одного удара. Сейчас сходим к нему еще разок. Я недоволен таким вообще поведением. У меня проблема в том, что мне надо от него как-то избавиться. Но я не могу. Тупо из-за его силы жесткой. Он меня с одного удара без брони убивает. Притом я похож на него теперь. Не пойму просто смысл его вот этой агрессии. Что я, блин, сделал? Ладно, сейчас по фастику забираем. И главное оглядываться. Нет. Так, быстрее. Надеваем броню. Быстрее. Бежим просто. А, это что такое? Ой. Так, тихо. Не понял. Так, ладно. Сейчас. Надо все внимательно обдумать. Закрыться здесь потихоньку. Ага. Пока что все правильно делаем. Так. Водички. И можно его как-нибудь замедлить. Да, все, бежим. Нет. Все, отстань. Бежим. О, господи. Есть, оторвались. Он отстал. Хорошо, хотя бы какие-то ресурсы надо унести домой. Не, ну согласись, это была полная просто дичь. Кто это? Что за Варден? Кто это такой? Вообще непонятно ничего. Так что лучше сложить ресурсы. А, кстати, ты тебе дверь видел? Это что-то прям... Я не знаю, мистика какая-то уже получается. Ну реально. Я даже не знаю, я пока туда... Я просто не вошел туда, ибо... Я боюсь рисковать. Понимаешь? А вдруг я потеряю там все ресурсы и уже туда не вернусь? Вот что страшно. Ну, то есть я умру, 1000 лет буду туда бежать. Там, возможно, встретить что угодно. Вот реально, вот после этого Вардена я уже понимаю, что все-таки Сид действителен. Ну, то есть я еще когда вот этих зомбаков увидел, что-то подозревал, что все-таки это не просто Сид.
тут что-то есть. И вот как бы мы встретили кое-что интересное. Хавчика нет, в этом беда тоже очень жесткая, поэтому надо как бы приходить, все забирать. Как же я его гениально просто водой подпер. Это был гениальный мув, надо было продумать, и теперь он застрял. Он меня никак не убьет, и это просто замечательно. Курица телепортируется, черт, не пугайте меня, пожалуйста. Издеваться над ним я не вижу смысла, просто пусть стоит там и все, и как бы... кипишует. Кстати, уже и 6-й день проходит, офигеть, как же быстро время летит. Хотя уже сколько я? Час играю, да? Час с чем-то? Не, ну вообще каждый день это 12 минут получается. Точнее, день это 24 минуты в Майнкрафте. Но так как я сплю, ложусь сразу же, когда ночь наступает, тогда 12 минут у меня сутки длятся. Остальное время я сплю, и оно как бы проходит за секунду. Предлагаю заняться тем, чем мы давно не занимались. Тынь-тынь-тынь, жарим картошку. Тынь-тынь-тынь, жарим картошку. Тынь-тынь-тынь, жарим картошку. Тынь-тынь-тынь, жарим картошку. Слушай, я сейчас задумался, а зачем я вообще на этом силе, если я не пойду сейчас рисковать своей жизнью? Зачем я все это запланировал? Я разве не хотел найти как раз что-то необычное? Пойдем туда, все. 7-й день начался, пора уже как бы активничать, что-то делать. Поэтому все, быстро бежим туда. А то так не заметишь, уже 10-е сутки настанут, и как бы все собьется у меня. Всю активность Сида за 10 дней спокойно можно заметить и как бы поинтересоваться ею прям по жести. Так, вот эту вот какашку надо взорвать. Согласен, да? Согласен? Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, не так. А, не, все-таки попал я уроном, тогда хорошо. Я придумал, что сделать. Такое придумал. Слушай, смотри, заденет ли он меня? Нет? Да, задел, видишь? Но перед тем, как задействовать это все, мне надо, конечно же, добыть доски. Ну ладно, если честно, это ничего гениального тут нет. Ну ты сам уже, наверное, понял, что я хочу сделать. Опа-на, смотри, что заметил. Железные блоки? Ага. Ну да, там база железная, значит, там что-то интересное получается. Труба какая-то! Вау! Ну ладно, сначала я разберусь все-таки с этим Варденом. Показываю, что собираюсь делать. В принципе, все, почалось, да? Так, смотри, берем, значит, нажимаем кнопку. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, ты чё, блин, стрёмновато. Ну, короче, динамиты падают, когда мы врубаем и типа взрываем там все. Ба-бам! Я даже упал, я не могу посмотреть, что-то произошло. Варден еще жив, приколись. Не повезло тебе, братик, я тебя сейчас просто буду взрывать. Ой, не то сделал. Ну ладно, все равно подожглось. Динамит-то будет дамажить вообще? Да, дамажит все равно. Короче, прям вот на этой палочке вешаем как бы. И вот так поджигаем потихонечку. И взрываем этого Вардена. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Хорошо, хорошо пошла. Ладно, еще два динамитика как бы надо поджечь. Ой, нехорошо это было. Блин, мы его не убьем. Ладно, все, проехали. Идем сюда. Здесь кнопки даже какие-то элитные. Слушай, у меня... Ай, да, все, задел. Короче, все, уходим отсюда. Так, а что это... Стой! Выпустите меня! У меня кирка есть. Стоп. Я могу сломать? Куда кирка делась? Кирка пропала. Ой, да ну тебя нафиг. Короче, все, я ухожу. Интересно, что там? Что это такое? Покойте, я даже поджечь не могу. Ладно, прыгаем. И что это? А-а-а! Подожди! Это пустота! Что? Возрождение. Окей, нажимаем. Что? Где я? Я не понял. О, господи. Что это такое? Привет. О, спасибо. Теперь я так все хорошо вижу. И я Монг. Зеленый. Вилладжеры? Это вилладжеры, получается, носатые, видишь? Офигеть. О, смотри, я, получается, позер. Здесь уже желтый есть. Только у меня ручки крутые. Так. А это же комнату камер, да? Я могу наблюдать как-нибудь? Не, получается, не могу. Понял. Так, а вот они сами камеры стоят. И зачем? Это же тот самый злой! Или он не злой? Эй! Я же в этом... Я могу даже все делать. Ходить здесь. Интересненько. Кто меня ударил? Ай! Кто? Ты меня бьешь? За что? Или это не он? А, это он. Он все-таки зло, он меня не любит. Наверное, он меня наказывает, потому что я не такой, как все. Ну ладно, я, в принципе, не умираю, это самое главное. Окей.
Идем, короче, осматриваться вообще, что здесь есть. Ага, то есть здесь медики, палатки и сканер. Но все это как бы не действует как-то. Ну, я походить хотя бы могу, посмотреть. Интересненько. Блейз! Это же Блейз! Привет, ты меня будешь бить? Не, он добрый. Прикинь? Это Ифрит, точнее. Ифрит или же Блейз как-то, да, так. Короче, он летающий такой. Ну, знаешь, из ада. Не из зада, а из ада. Приколись. Вот так выглядит Among Ифрит. А это вилладжер еще раз. Зачем им вообще сделали вот этот вот стеклянный нос? Чтобы они дышали, там дырочки какие-то сделаны. Я что-то не вижу дырочек. Так, это, короче, голубой у нас челик. Это беленький. О, пицца, пицца. Пиццу можно? Пицца. Я могу пиццу брать? Бесконечный заряд пиццы. Еще пиццу. Больше нельзя пиццу. А пить что-нибудь можно? Попить мне надо. А кнопку? Нажал. Эй, я теперь... Голосование? Не, все, не надо, все. Все, прекращайте. Так, ладно, все нормально, короче, идем. Пиглин, о, Пиглин, привет. А еще можно пиццу? Пиццу хочу, побольше пиццы. Еще пиццу. Не, больше нельзя пока пиццу. Ну ладно, потом возьму еще пиццы. Так, а это что такое? Здесь сесть нельзя, ничего управлять нельзя. Окей, а здесь что? Вот туда спускаться явно не стоит, согласись со мной. Так, это какой? Это коричневый. Ой, ты что упал, житель? Ой, даже маленькие жители здесь есть. Так, чувак, ты голубой, это тот красный еще есть. А интересно, здесь импостеры какие-нибудь есть или нет? Плантация, вау, красота. Я бы хотел такую себе. Цветочки растят. Здесь у них стирка должна быть, как я помню. Или нет? Фиг знает. Здесь управление кораблем. Крипер, тебе вообще такое доверили? За что? Нельзя такое доверять тебе. Я буду управляющим теперь. Ай, ладно, не надо здесь управляющих. И так все само самостоятельно летит. Так, а это я не могу открывать. Это люки, короче. Ну, и отправляемся дальше. Что у нас здесь еще есть интересненького? Это получается такая вот комната. И все как бы, да? Угу. Интересненько. Так, ладно, пора спать, мне кажется, а то это уже как бы поздно снова. Ох, 9-й денечек уже. Ага, здесь нечего ловить. Так, что-то вообще интересное здесь будет происходить? Вот генератор трясется очень стрёмно. Капец, он трясется, конечно. Привет. Так, приветики всем. Как вы поживаете? Здесь все нормально? Да, все нормально. Ты меня не атакуешь? Меня не атакуют, прикинь, сегодня. Так, у вас все здесь нормально, ага. Тогда я еще здесь не исследовал кое-что. Ага, понятненько. Ага, понятненько тоже. Тоже как бы ничего интересного. Идем дальше. Приветики, приветики, жители. Так, что у нас тут? О! Кость, это ты сделал, вилладжер? Кто это сделал? Это что было вообще? Это ненормально, точно. Кто это сделал, признавайтесь. Как-то подозрительно это все, согласись. А вот здесь, короче, мусорку выкидывает, только, конечно, не работает. Я, короче, услышал кое-что, здесь что-то страшное. Что здесь происходит? Офигеть! Чей-то труп. Откуда? Не понял сейчас. Не, ну я просто в это не верю. Что-то ненормально. Офигеть, это импостер! Подожди, серьезно? Эй, спасай меня, братиш! Ты можешь как-то меня от него спасти? Ай, больно! Так, пицца, срочно кушать. Ай, почему меня трогает, остальных нет? Срочно атакуйте его, братаны. Это же импостер, офигеть. Чего? Вообще что-то не очень понятно, что происходит. Просто ходят омонги как бы. Всем пофиг, что там импостер. Или все-таки его убили? Сейчас глянем. Импостера завалили? Да, кажется. Где? А, вот он ты, засранец. Ладно, я с тобой разберусь. Давай атакуйте его, братаны. Во, все, помогают мне. Ну ничего, мы импостеры спокойно. О, нет. О, нет. Еще одного завалили. Это плохо, это очень плохо. Все меньше и меньше остается человечек у нас. Человечков у нас на корабле. Капец. Так, а что у нас здесь? Корабль. Ну да, это карта. Не, ну вообще... О, черт. Господи, да сколько можно? Он валит бедных жителей, они ему отпор дать не могут. Ай, могут? Офигеть. Жители, давайте забивайте его, а я посмотрю как-то. Давай, давай, молодцы, молодцы. Все, забили его. Прикольно здесь, конечно, борьба импостеров с обычными челиками. Точнее, обычные челики, они запинывают импостеров. Их стволы, они какие-то слабые, реально. Черный, ты же был импостером или нет? Я уже что-то подзабыл. У нас теперь труп здесь, это ненормально вообще никак.
Ну ладно, в принципе, не так уж и плохо. Главное, поесть есть и попить. Попить тоже надо. Ну и ладно, теперь пора снова спать, потому что уже много времени мы сегодня потратили. Где появился? Что за фигня? О, черт. Почему ничего нет, никаких шумов? Здесь кто-нибудь есть? Тихо, это что было? О, нет, это постер! Офигеть! Еще один! О, черт! Че тут одни постеры остались? Это как так? Офигеть! Труп! О, черт, о, черт, о, черт! Ладно, бежим отсюда, ну нафиг! Да куда бежать? Здесь тоже все пропало. О, черт! Еще один труп! И тут еще два импостера, офигеть! Тихо, 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 нет, 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 не убивайте меня, пожалуйста! Мне надо как-то выбираться с этого корабля, здесь что-то неладно происходит! О, господи! О, господи, импостеры зажимают! О, черт! Труп! Че, они стоят? Не-не-не-не-не, пожалуйста, отстаньте от меня! О, да! Вот это мне и нужно было, чтобы импостеры поругались! Ну нет, они меня сейчас съедят! О, черт, о, черт, о, черт, бежим отсюда как-нибудь! Нет! Офигеть! Я выжил? Как ты выжил? Ладно, еще есть шанс отсюда убежать. Потихоньку, помаленьку валим отсюда. Совсем немножко осталось, мне, я надеюсь, просто. Десятый день, о господи, еще один труп. Может, здесь что-нибудь есть? Еще один труп. О, топор. Вот это мне точно пригодится. Ну и все, и бежим отсюда. Так, секундочку, вот так вот сделаем. И теперь оставляем факел и бежим. Так, если что, я завалю всех импостеров, и все будет нормально. Только главное расставить факелы по-грамотному и все осмотреть. Куда можно выпрыгнуть вообще? Просто вот так в открытую опасно слишком. Вот это что такое было сейчас? Окей, здесь ничего нет, все хорошо пока что. Импостеры там все равно куда-то ушли. Еще один труп. Вот это я все видел, вот этого надо завалить. О, нету, нету, нет, все, бежим, бежим, бежим. Нет, 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 главное не умереть сейчас. Пожалуйста, пожалуйста, так, тихонько, тихонько, тихонько. Осторожно, манти, 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 манти. Все, вот так вот прыгаем, срочно, срочно бежим. Вот так вот и прыгаем. Ну его нафиг. Ой-ой-ой, куда я прыгнул? О, нету, нету, нет. О, что? И что это было? Не понял сейчас. Что за фигня? Я что-то не вдуплил, но подожди. Не, но это что такое было вообще? Я не вдуплил. Не может такого быть, это какой-то прям... Ну, странно. Не, подожди, но мы можем вернуться сейчас, получается, да? Так, здесь это че... Вода же должна быть. Что за фигня? Здесь точно ничего нет. Я, короче, не понял. Кажется, этот сид надо мной прям издевается. Меня за сумасшедшего выдать захотел. О, господи, ну нафиг, я домой. Надеюсь, тебе понравился этот видос. Ты поставишь на него лайкусик. Также подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Не пропускай новые видео и, конечно же, не теряй. Удивил меня этот сид. Это было что-то вообще, что-то с чем-то очень интересненькое. Ну и надеюсь, тебе тоже реально это понравилось. Все, вот то, что происходило. Блин, реально жуть. Я офигел, когда вот эти все импостеры, просто куча импостеров, корабле ничего нет. Хорошо, что я догадался, как выбраться можно. Просто берешь, проламываешь там вот это вот центральное окно и прыгаешь. Повезло, повезло, что сказать. И как бы я проснулся здесь. А если бы я умер, все равно бы то же самое произошло, наверное. Хотя я умер, а оживился в корабле. Может, это вечная пытка, пока не догадаюсь, что делать. Ай, ладно, рассуждения оставлю для тебя в комментариях. Удачки! Пиши, с кем еще провести 10 дней выживания.